проводится учебно-методический сбор с управлением материально-технического обеспечения. Значит, основная задача – это обучить личного состава тактике тушения пожара и непригодной для дыхания среде. Так, было представлено специальная пожарная машина на базе танка Т-80, Т-72 и роботизированный комплекс. Специальная пожарная машина на базе танка, она необходима для проведения первоочередных спасательных работ и тушения пожара, значит, в складах боеприпасов. Прошлый век, так скажем, машин, пожарных машин, они предназначались с тобой доставку тушения пожара непосредственно просто огнетушащих средств. Никакой брони, соответственно, не имели. А эта техника больше предназначена для сохранения жизни людей, боевого расчета. Военнослужащий, гражданский персонал пожарных команд получил богатый опыт в тактике тушения пожара и проведения занятий по организации несения службы в составе пожарного наряда и действиям в случае возникновения пожара.